Стремление сделать человека ближе к природе всегда было одной из основных вдохновляющих идей в творчестве Гауди. О чем не перестают свидетельствовать те архитектурные шедевры, которые он оставил после себя. Дом Мила, Каса Мила, Ла Педрера в Барселоне – яркий пример того, как природа и человек могут сосуществовать вместе, доставляя при этом удовольствие и всем окружающим. Строительство этого дома Антонио Гауди начал в 1906 году, а закончил в 1910. Дом стал последним его завершенным проектом. Отныне все силы мастер отдавал своему главному детищу – собору Саграда Фамилия. Барселонский бизнесмен сеньор Пере Мила был большим поклонником творчества Гауди и потому именно ему поручил возведение особняка. Новое творение архитектора быстро получило от жителей Барселоны весьма емкое название «Ла Педрера», что значит «пещера» или «каменоломня». Здание действительно своим несколько тяжеловесным видом напоминает гору, в квартирах которой, как в пещерах, живут люди. В сооружении нет прямых углов, ведь их нет и в природе. Имеющее волнообразный фасад пятиэтажное здание и внутри весьма сильно отличается от обычных жилых домов. Вместо несущих стен здесь колонны, межкомнатные перегородки можно перемещать. Три внутренних дворика дают возможность в практически каждой комнате, как бы она ни располагалась в доме, сделать окно, для того времени явление нечастое. В доме прекрасно продумана система естественной вентиляции, что позволяет обходиться без кондиционеров, и даже высота потолков в разных комнатах разная. Но больше всего фантазия Гауди развернулась на крыше дома, превращенной волей мастера в настоящее произведение искусства. Замысловатые скульптуры вместо дымоходных труб, мостики, скамеечки, свисающие сады вместо перил, каменные украшения, стекло, керамика – этот парк для прогулок жителей дома Мила стал прекрасным дополнением к самому зданию, включенному в 1984 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.